Оборудование для выхаживания недоношенных малышей получил Акмолинский областной перинатальный центр. Средства для его приобретения, а это почти 57 миллионов тенге, собрали на благотворительном велопробеге «Риксос Боровой 2014». Забег возглавил олимпийский чемпион Александр Винокуров. На аукцион выставили лоты от прославленного спортсмена, команды «Астана Про Тим» и ряда казахстанских компаний. Подаренные деньги медучреждение потратило на новые реанимационные столы, лампы, фототерапии и другое оснащение для спасения жизни детей. Благодаря современной технике больница сможет оказывать услуги новые и принимать маленьких пациентов из районов. Но, к слову, ежегодно здесь принимают более 4000 родов. В среднем в год у нас только через отделение патологии новорожденных в этом году прошло более 800 детей и более 200 через отделение детской реанимации. У нас появилось достаточно площадей, достаточно оборудования, достаточно кадров, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся новорожденным. В среднем мы ожидаем, что это будет дополнительно не менее 300 детей. Было собрано более 86 миллионов тенге, которые были распределены следующим образом. Где-то примерно 56 миллионов тенге, ну там еще чуть больше 56 миллионов тенге, было выделено Акмолинскому областному перинатальному центру. И оставшиеся вот 30 там, с лишним миллионов тенге были выделены перинатальному центру областному в городе Кызылорда. Областной вот этот вот перинатальный центр, он, к сожалению, мог обслуживать в основном только детей с города Кокшетау. Сейчас благодаря вот этому оборудованию они смогут принимать детей со всех 18 районов вот Акмолинской области.